женщин, на детей пойдут, на женщин пойдут. Жене не могли спокойно подойти по-человечески, тиражи. И нету. Газ отключили, света нету, ничего нету. Что мне делать, я не знаю. У меня трое маленьких детей. Мы хотим, чтобы нам посоединили, как все люди, чтобы платили, хватали нам счетчики, чтобы делать, как у всех людей. Они нам везде отказывают. Хотят люди оформить дома, тоже отказывают им. Куда нам деваться? Сейчас вот зимой отключили у нас газ. 300 семей. В каждой семье по 15 человек.